Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня пранаяма. Это по-йоговски, но на самом деле это дыхательное упражнение шаманское. Я уже выложил в Телеграме схему. А сейчас думаю, что надо и для всех тогда дать, а то в Телеграме только для не такого большого количества людей. А техника непростая. Неплохая, но непростая, да. Техника хорошая, древняя, очень древняя. И называется «Дыхание Гагары». Скажите, какая-то Гагара, чего? Что она там надышала? Но Гагара – это северная утка, которая очень часто ныряет. Ныряет, ну, за пищей, ныряет в океан. И постоянно задерживает дыхание. Ныряет на очень большие глубины и, ну, так сказать, в неизвестную среду. Поэтому это дыхание применяется, ну, для приведения в себя в тонус набора энергии, освобождения от каких-то блоков и, самое главное, для легкого вхождения в транс и помогает в осознанных сновидениях. И хорошо его делать вечером перед сном, это, так сказать, успокаивает. И утром при пробуждении, когда вы тоже проделали это упражнение, оно не такое долгое, но это позволяет вам лучше вспомнить даже неосознанные сны, сохранить в своей памяти вот этот даже, а уже осознанные сны еще лучше, так сказать, воспринять. Так что это хорошее упражнение, нужное для тех, кто его освоит. Но вы думаете, что я буду дышать, как какая-то утка? В шаманском мировоззрении весь мир живой. И существуют такие глобальные утки вселенские. Так вот это дыхание вот этой не простой уточки, а именно вселенской. Вселенской Гагары. Так что можете, кто не победил гордыню, понимаете, что да. Я дышу, как самая огромная утка во Вселенной. И тоже не ныряю не просто в океан, а именно в океан, Вселенский океан. И приношу оттуда чудесные дары. Итак, дыхание простое. Дышим в основном через нос. Выдыхаем через нос. Только в одном случае мы выдыхаем через рот. Со звуком сжимаем немножко горло. И со звуком, так сказать, вот как знаете, если вы знаете йоговское дыхание, там есть вот немножко сжимаешь голосовую щель и вдох такой. А тут еще и язык, то есть и горло, и язык дает такой, ну, шипящий, свистящий звук. Итак. Дорогие мои друзья, сейчас по схеме. Дышим мы, ну, так сказать, по секундам, но эти секунды наши личные. И меряем мы их, как вот удары пульса. Если вы не очень хорошо чувствуете пульс, я просто складываю вот так руки и чувствую пульс на кончиках пальцев. В принципе, это достаточно легко. Вы, ну, так понимаете, осознаете это. Внимание просто у вас есть, и вы так автоматически, у вас считается. Поначалу может быть сложно. Потом это просто как вот включается счетчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И все. Так. Если не очень, то можете положить вот палец на пульс и считать удары уже совсем легко. То есть вот один удар – это вот наша одна секунда. Итак, первое. Мы свое внимание концентрируем на горле. Можете на всем горле, можете какую-то часть выбрать. И начинаем дышать. Итак, делаем вдох носом на 8 ударов пульса. Задержка на 2 удара пульса. Выдох
на 8 ударов пульса тоже через нос. Потом сразу же, без задержки на выдохе, сразу же вдыхаем опять на 8, задерживаем на 4, выдыхаем на 8. Сразу же без задержки на выдохе вдыхаем на 8 ударов пульса, задержка на 8 ударов пульса и выдох уже через рот, вот голосовую щель немножко и рот тоже на 8 ударов через рот. Переносим свое внимание на макушку, не на родничок, а на макушку, на вот твердую, самая верхняя часть вашего черепа. И после выдоха вот этого вдыхаем на 8 ударов через нос. Концентрация. Внимание у нас в макушке. Вдох через нос на 8 ударов. Задержка на 16 ударов пульса. Выдох через нос на 8 ударов. Без задержки на выдохе. Вдыхаем на 8 ударов пульса. Задержка на 32 удара пульса. Уже такая посерьезнее. И выдох на 8. Без задержки на выдохе. Вдыхаем на 8. Задерживаем на 64 удара. И выдыхаем через нос на 8 ударов с одновременным проведением ладонями по лицу и складывание вот так, ну, убираем груди. Все. После этого мы дышим в спокойном режиме. Вот достаточно короткая такая, буквально она, наверное, займет у вас 3-5 минут. Пробуйте, потому что это знание очень древнее. Как видите, все знание. У йогов есть похожие, в чем-то отличающиеся вот эти дыхательные упражнения, пранаямы. Так что знание, оно, знаете, как на севере, как где-то в Мексике, в Индии. Даже в русских техниках есть вот подобные дыхательные упражнения. Просто нашу, как говорится, русскую магическую силу крепенько потрепали. Возможно, из нее многие техники и разошлись по миру. Потому что нет чьего-то личного национального знания. Есть общее знание во Вселенной. Вот так, дорогие мои. Схему дыхания, наверное, в комментариях напишу, чтобы было понятно. Пробуйте, практикуйте. Не очень просто, потому что если у вас, ну так, не очень вы дыхание можете задержать, потому что все-таки 64, ну так, может дискомфорт вызывать. Тогда просто, ну, не доходите вот этот последний этап, остановитесь на 32. Или уже, если 32 вам не по силам, то есть, ну, остановитесь на 16. Так. А потом, по мере тренированности, выйдете уже на норму. Ну, чтобы не надрывать организм. Все, дорогие мои, пока.